смотри, вот тебя потом туда заглянут. Когда гляну, уже поздно, да? А как я скину? Пусть он тут там будет. Да блин, что угомониться все не можешь. Опачки, линчик. Ага. Это большой линь, Андрей. Большой, я вижу, что вижу. Подожди. О, не-не-не, линь большой, смотри какой. Помогу. Выводи его тогда сюда уже. Это вот который у меня выходил за воблером, слышь? Опа. Перчатка. Тише, тише. Нифига себе. Ты не поднимай у него голову из воды, ты тянешь сильно. Подтаскивай его сюда. О! Дошку скинул, как учили. Давай. И тума. Хариус. Хариус. Ну. Ну вот он шел, я уже ему дал клюнуть. Мой есть стопудово стоит. Да. Кидай вот туда ему. Есть, да? Ну, твиченком. Да. Тоже хороший, да? У нас, Андрюха, почти дуплет. Я ж тебе говорю, здесь точно стоит. Линь. Перетянул. Ну, сильно потащил, губу порвал ему, все. Надо понежнее. Хорош. О, Андрюха линка тянет. О, нормальный линь. Подожди. Да я даже это пропустил. Его угомонить.
любишь Хайлика, да? А? Говорю, Хайлика любят, да, под гальянчика? Да. Давай посетиже. Все, два смычка. Жалко, конечно, что и тума больше воблеров нету, но у нас вот остатки работают убойные, даже когда идет жара, лето и нету клева. Хариус. По-моему, ты туда скалян, костян, костяном ездил. А, что-то что такое? Хариус. Блин, скользкий. Да не вырывайся, сейчас освобожу. Да, отпускай его. Где вот этот перекат, где мелочи, где ты 5 штук, ты же поймал, одного забрал, остальных отпустил. Есть. Да что-то, блин, одна мелюзга тут. Пойдем сейчас, конечно, не будет природы. Харик. Харек. А есть же ультравайтовые спиннинги, специальные приманки, там грамма по 2-3, блин. Я видел, и на удочке такой плывет, да? Strike Pro работает. Есть, да? Блин, ушел. Блин, такие рывки, Андрюха, хорошие. Видел, да, ма? Вот, что, ребята, я вам хочу еще сказать. Вот, записываю видео. Вот это вот. Вчера я рыбачил воблером Smith D-Insight. Жаловался на тройники. Сегодня я рыбачу D-контактом. То есть, та и та приманка, что D-контакт, что D-Insight. Они рыбу приманивают, рыба клюет. Но сходов просто валом. Вот эти вот тройники у них, что, ну, на D-контакте они получше. Чем на D-Insight вообще тройники говно полное. Здесь получше, но вот сейчас вот на видео вы видели, опять это, у меня уже сегодня сходов штук 5 на него. И поймал только одного хариуса, блядь. Смог. Остальное все сходит. Просто нахер. С тройниками какая-то беда вообще. И самое главное, конечно, у этих воблеров, у смитовских, это ихняя цена по сегодняшнему дню. То есть что-то как-то вот, ну, не камильфо покупать воблер за такие деньги, да, и потом еще, блядь, менять тройники. Ну, то есть как бы, ну его нафиг. Да, брателло? Да. Он, брателло, вообще не парится, он и тумовскими воблерами шпилит, блядь, и все у него нормально.
Хорюза сегодня любят Смит де Контакт, блин. Вот хорюзей с маленьким ротиком, вот этими тройниками, он нормально шпилит. Только начинает попадаться более-менее клевать крупные линки, то вот эти маленькие тоненькие тройники, они либо пролетают, либо режут губу и рвут. Ну, Смит де Контакт, не подведи, не упусти этого рылинка. Сколько с тебя уже можно сходов терпеть? Надеюсь, хоть этого вытащишь. О, как он там, как он гуляет. Это, конечно, я всегда такими моментами восхищаюсь в жизни, когда в чистой, ну, в достаточно чистой в данный момент в воде видно рыбу, как она выходит на атаку, как она ведет, как она пытается бороться, какие она делает маневры, как она пытается сбросить эту приманку. Вообще, он красавец просто. Это ни с чем не сравнится, хотя у нас на Дальнем Востоке есть и Амур, и я сам тоже родом с запада, западных рек, видел разную рыбалку и... По доле службы и на севера летал, тоже много видел. Но эта рыбалка самая интересная. Андрей тут подбирает воблера. Мини-шеда хочешь попробовать? Нет, думаю, а чипа, да? Вот эта горная рыбалка, она самая такая вот в душе лежит по-настоящему. Она очень красивая. Линок у нас проходной, носатый. В этот раз, я смотрю, Смит его хорошо забагрил. Одним тройником он его накинул за задний тройник. Линок его проглотил очень жадно. Это говорит о том, что приманка-то рабочая, хорошая, понимаете? То есть рыба на него ведется. А вот с тройничками беда. Ну что, Лень, давай парковаться. Ты у нас хорошенький такой. Ах ты, то ли я старею, то ли слабость в руках. Но уже становится, что-то мне их тяжело так руками брать. И начинаешь поневоле думать, неужели мы опустимся до подсака, брателла? Да нет. Нет, еще пока не опускаемся. Да, Андрей, пожалуйста, эти шипчики. Я просто мне повернуться тут. Вот. Проходной линок, мясистая губа большая, видите? И тоненький тройничок до контакта, он не смог его порвать, прорезать эту мясистую губу. И вот таким вот образом линь попался. Хороший экземпляр, пойдет сегодня на жиреху. Есть! Слышь, что, опять хариус? Ну, блин, ну что могу сказать, уважаемые зрители. Ну, смотрю, де контакт, хорюза просто обожают, блин. Хорюза начинает в очередь за ним вставать. Да, брателла? Да. Ой, о, де контакт на паузе. Ну, посмотрим, что ты нам в этот раз подаришь, либо поимку, либо сход. Уже дело идет к осени, середина августа. Тонущий, да? Да, это Ровди и Тума де Контакт. О, вернее, и Тума Ровди, он такой же, как де контакт тонущий. Я знаю. Там не на шутку разошелся. И вот видите. До схода оставалось относительно. Только вот мясистые губы линка уже тут продрало. Пошли ситуацию текущего момента. Да? Но вот эти вот что-то с красным этим брюхом раньше наоборот были, а сейчас что-то не так будет. Блять, опять подсечка и не
Вот догнал. Но первый раз нерезультативная подсечка. Хотел в очередной раз сказать нелестно про тройники данного воблера, и он догнался. Небольшой линь. Вон, на баллоне, слушай.